Сегодня посмотрим на аптечку, на подсумок от бренда Rhino Rescue. Спасение носорогов. Подсумок носорог-спасатель. Расцветка здесь мультикам, как я понимаю, такой ближе к пустынному, что ли. Поправьте, если я ошибаюсь. Крупный довольно подсумок, много чего влезет. К нему, кстати, будут поставляться перезаряжаемые пакеты. Можно их найти. Ну, именно уже с химией. У нас химию в магазине продавать нельзя. Это в компетенции либо каких-то более серьезных организаций, ну, с медицинской лицензией, вот, либо конкретно военные организации такие штуки закупают и поставляют. Что из себя представляет? Квадратный подсумок, крупный, на молниях. Также имеется эвакуационный, я бы так сказал, отстегивающийся модуль с рукояткой. Для чего вот эта вот лямка, я так и не понял. На бедро она не годится. Возможно, для того, чтобы накинуть, не знаю, на шею, добежать, сразу с груди сдернуть, залечить бойца. Ну, либо для хранения. Но вообще здесь есть также еще и пластиковые петли. Петли, видимо, для поясных модулей. Ну и стандартная молли. В общем, как пристегнуть, думаю, сообразите. Далее имеется ручка. Чуть поближе. Тоже, опять же, для переноски. Качественные молнии, качественная ткань. Тут прям не докопаться. Не знаю, что тут с водонепроницаемостью, с водозащитой, но сделано хорошо, не докопаешься. Все здесь закреплено у вас, чтобы в полы боя, пока вы это расстегиваете, оно у вас на землю не посыпалось. И довольно удобно реализовано. Давайте посмотрим на первый этот кошелечек. То же самое, на молнии, прозрачно, чтобы было видно, что там лежит, потому что в панике голова отваливается. Первое, что он встречает, такой вот наглазник, для того, чтобы, если повредился глаз, для того, чтобы доставить бойца, чтобы он там своими лапами не лез в глаз, не тер ничего, потому что иногда люди без сознания могут пытаться там что-то почесать или что-то вытащить. Вот это вот как раз для таких случаев. Он здесь с тряпочкой, судя по всему, алюминиевый, стерильный. Такая вот тема. Далее. Одеяльце из фольги. Это не китайское барахло, но вещь серьезная. Прямо она даже по весу чувствуется. Для чего она? Ну, для того, чтобы согреться. Ну, либо наоборот, для того, чтобы отражать солнце. Разные применения есть, обзоры на эти одеялки на ютубе массово лежат. Действительно эффективная вещь, действительно полезная. Далее перчатки стерильные для того, чтобы обслуживать раненого бойца. Далее часть сил. Силы, это, я так понимаю, наклейки, заплатки. Принцип один. Они лепятся непосредственно на пострадавшего. Один вентилируемый, второй невентилируемый. Закрывать пневмоторакс, это когда у вас легкая пробита. Ну, с этим подсумком, думаю, понятно. Кстати, не стесняйтесь поправлять, я просто обычный обзорщик с ютуба, некомпетентный человек, могу ошибаться. Если есть что добавить, всегда благодарю людей за хорошие развернутые комментарии. Стегнули и сюда прилипунькали. Далее. Ножницы. Нужны всегда, нужны постоянно. Да, стерильными они не будут, потому что этого сделать невозможно. Должны быть под рукой. Для чего? Ну, наверное, разрезать одежду, да и вообще в хозяйстве постоянно в быту нужно. Кто помнит там старые ролики по Battlefield, либо кто играл, видел, ну и вообще на фотках американцев посмотреть, у них там где-нибудь на груди эти ножницы есть, потому что они нужны постоянно. Нож, конечно, круто, да, но этим в разы удобнее. Специальная форма того, чтобы, если будете, форма ножниц, в смысле, прикасаться к бойцу и резать ему там одежду на груди, чтобы его не поцарапать. Добротные, короче, ножницы. Отлично режут. Далее трубка. Назальная трубка. Очевидно, для того, чтобы вставлять в нос,
одноразовая. Я так понимаю, для того, чтобы если дыхательные пути повреждены, то есть если дыхание через рот невозможно, вставляется в нос для того, чтобы хоть какое-то количество кислорода было. Ну, либо для заливки каких-то препаратов, опять же. Не медик, если что, не стесняйтесь, подсказывайте. Далее. Это, я так понимаю, стерильные бинты со всех сторон. Здесь специальные надрывы-надрезы для того, чтобы вы любой частью тела, зубами, чем угодно, с любой стороны схватив, могли этот бинт освободить. Довольно остроумно сделано. То же самое и здесь. Но это, я так понимаю, немного другой какой-то бинт. Сейчас я посмотрю, что это такое. Да, это для закрытия порезов, либо осколочных, как я понял. А это просто бинт. Далее. Уже вещь с подсумком отдельным, которая всегда должна быть на бойце где-нибудь. Желательно даже иметь такие две. Себе и товарищу. Ну, либо если в обе ноги тебя посекло, там крупные артерии, их нужно быстро закрывать довольно-таки. Так что лучше даже две, себе или товарищу, либо на две ноги, если уж ты уж совсем какой-то невезучий, где-нибудь крепить на себе. Черного цвета, видимо, вещь универсальная, для любого камуфляжа подойдет. Также здесь есть минусовое молли, современная петля для поясных модулей. Справа ручка маленькая. Даже, я бы сказал, маркер. Пишет вообще на чем угодно, чуть ли не на соплях. Внутри у нас будет уже, собственно, турникет. Стерильный, качественный турникет. Как я уже сказал, желательно взять два, лучше три, для того, чтобы на одном потренироваться. Ну или, не знаю, можете рискнуть вскрыть. В таких ситуациях лучше уметь обращаться с турникетом, чем бояться заражения. Но парочку я бы взял. Здесь, кстати, не отметил. Специальная часть, специальный отрез для того, чтобы, собственно, писать время, когда турникет был наложен. Кстати, крестик отклеивается. Можно его отсюда перенести куда-нибудь на внешнюю часть, ну, если надо. Кстати, они неспроста сделали крест именно такого цвета. Почему? Потому что по закону ряда европейских стран довольно крупных запрещено красные кресты носить. Это у них такой бренд. И красный крест нельзя. А вот такое, в принципе, может носить и гражданский человек. Так, на место поставим. Далее. Компрессионный компрессит гаузы. Это, я так понимаю, супер компактный бинт, что ли? Стерильный. Далее. Комбат-кроват. Очевидно, что кровать для восстановления бойца после ранений. Шутка. Кроват – это шарф. В принципе, вещь стерильная, универсальная, может много где использоваться. Не только в качестве шарфа. Такой вот комбат тейп, то есть боевой скотч. Заклеивать можно дырки, раны, прям не шучу, клеится, говорю, на влагу, на кровь, на сопли, на масле, на что угодно, везде клеится. Также, кстати, можно закрыть пневмоторакс, если эти у вас модные накладки закончились. Эластичный бинт. Ну, для чего, я думаю, понятно. Инструкция предельно понятная. QR-коды. Можно зайти в браузер, кнопочку нажать, перевести, почитать. Крайне советую, кстати, этим заняться. Здесь инструкция в картинках для самых маленьких, очевидно. Полезнейшая вещь. Хорошо написано. Отлично. Карточка ранения. Специальная здесь форма, это уже больше, наверное, для медиков, где мы указываем, какая часть, какой тип поражения и так далее. Тоже вещь нужная. И, по-моему, последнее, что у нас тут осталось, это компактная шина. Занимает мало места, подходит для любой конечности, ну, очевидно, что нужна именно для фиксации переломанных конечностей. Еще раз поблагодарю компетентных людей за развернутые комментарии. Это очень помогает, это актуальная информация, важная. Я все изучить не могу, все знать, так что сильно не ругайте, если что. И еще раз спасибо за советы. Не забывайте экономить, штука дорогая.
по специальному промокоду и ждем вас в наших социальных сетях. Мы там собираем фидбэк, общаемся с вами и всякие такие штучки разыгрываем. С нами была аптечка без химии. Арина Rescue. Кстати, крутой бренд, уже 10 лет, много они где светятся. Ну и, кстати, относительно, если весь рынок посмотреть, ценник на самом деле гуманный. Много наговорил. Всем всего. Надеюсь, вам эта штука никогда никому из ваших близких не понадобится.